К другим темам. В понедельник, 2 сентября, все школы Сургутского района откроют двери перед учениками. В образовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. А накануне полицейские отчитались о готовности к охране правопорядка в праздничный день, созвав журналистов на брифинг. Полицейские отрапортовали. Охранять правопорядок в День знаний будут и числом, и умением. На стражу станут и четвероногие сотрудники. До пребывания людей в период проведения мероприятий школы будут обследованы с применением служебной собаки. В период проведения Дня знаний всего в обеспечении правопорядка будет задействовано 69 сотрудников ОМВД, 16 сотрудников частных охранных организаций, 60 представителей родительского патруля. Вместе с руководством педагогов правоохранители уже полностью обследовали все помещения школ и детских садов в районе. Результаты показали, что во всех учреждениях имеется охрана, пожарная сигнализация и физическая охрана. Большинство из них оснащены кнопками тревожной сигнализации и системами видеонаблюдения. А автоинспекторы проверили улично-дорожную сеть возле образовательных учреждений. В августе подрядчики обновляли разметку пешеходных переходов в поселениях, устанавливали дорожные знаки, где было необходимо. Результаты их работы подвергали ревизии неоднократно, последний раз на минувшей неделе. Замечаний по проверке выявлено не было, так как ранее были подготовлены и выданы предписания обслуживающим организациям. Значит, эти предписания были выполнены в срок, в законный срок. Все те, которые были недостатки, они устранены. В сам День знаний полицейские будут вести вахту на улицах поселений половину суток. Сотрудники полиции будут осуществлять охрану общественного порядка, общественной безопасности, начиная с 8 утра до окончания всех мероприятий, до 8 вечера, вот именно 2 сентября. Такие усиленные меры безопасности необходимы. Трагедии в Сургутском районе с участием детей, к сожалению, случаются. Только за это лето на дорогах было зарегистрировано 14 аварий с участием школьников. Из них 2 по вине несовершеннолетних, остальные из-за невнимательности водителей. Алена Милина, Константин Алиев, телерадиокомпания «Север».